Здравствуйте, с вами интернет-магазин antilife.com.ua. Сегодня буду рассматривать с вами, вместе с вами, Lenovo A850+. Наконец-то приехал к нам этот смартфон, очень долго ждали. Я думаю, все, кто смотрит этот ролик, знают, что есть такая же модель, но с названием Lenovo A850+. Это обновленная версия, это 8-ядерник на процессоре 6592. Смартфон стоит у нас в наличии приблизительно $185-190 с гарантией в Украине. Есть некоторые отличия у смартфона от 4-ядерной версии, об этом чуточку позже. Давайте рассмотрим комплектацию. В комплекте у Lenovo обычно ничего особенного нету. И здесь все то же самое. Здесь инструкции, гарнитура, USB кабель и зарядное устройство. Единственное, что зарядка у нас на 1 ампер. Экран здесь 5,5 дюймов, здесь IPS матрица, здесь QHD разрешение экрана, то есть 960 на 540. Спереди мы видим фронтальную камеру, динамик, датчик приближения, датчик освещения, логотип Lenovo. Три сенсорных кнопки, которые у нас не светятся даже при нажатии на них. С этой грани у нас есть качелька громкости вверх-вниз и кнопка включения-выключения. Сверху разъем под наушники и микро-USB разъем. С этой грани нет ничего. Снизу динамик и, собственно, место, где можно открыть крышку. Сзади смартфон имеет 5-мегапиксельную камеру, есть вспышка, решетка под динамик, логотип Lenovo. Задняя крышка выполнена из soft-touch пластика, а он не царапается. И, как бы, очень приятный на ощупь, не скользит в руке, отпечатки пальцев немножко остаются, но потом хорошо затираются. Смартфон получил обновленный аккумулятор. Первая версия Lenovo A850, она имела аккумулятор 2250 мАч. Эта модель имеет 2500. Я думаю, это не зря, так как по моим многочисленным тестам в новых 8-ядерников они более прожорливы, и поэтому вот этот вот аккумулятор — это то, что нужно в этом смартфоне. Мы видим два стандартных слота под симки. У меня стоит микросим, ничего страшного, контакты попали, и она определяется. Есть слот под SD-карточку своей памяти, здесь 4, поэтому карта памяти здесь, ну, просто необходима. Касательно вот этой вот крышки задней, это тоже отличие. У 4-ядерной версии крышка была не soft touch, она была глянцевая. И еще коснулись изменения толщины. 4-ядерная модель была 9,4 мм, этот смартфон новенький 8,9 мм. То есть он улучшился даже в размерах. А не только, получается, аккумулятор у нас стал более емким, а размеры смартфона по толщине уменьшились. Это очень радует. С технических характеристик давайте посмотрим их в Antutu. В Antutu набирает смартфон порядка 25-27 тысяч баллов, вот даже практически 28. Вопреки всему тому, что в интернете писали, что здесь будет MTK6592M обрезанный и с частотой 1,4, это неправда. Здесь стандартный нормальный MTK6592 с частотой 1,7. То, что пишет здесь MTK6582M, это просто уже в прошивке баг. Главное, что у нас 8 ядер и что частота вот такая вот. Здесь Mali 450, естественно. Разрешение дисплея 960 на 540. Основная камера на 5 мегапикселей. Гиг оперативки. 4 встроенные. Карта памяти у меня стоит на 16. Сразу скажу, что прошивка у нас стоит такая, что на карту памяти все приложения и игры записываются из Play Market через Wi-Fi без проблем. Матрица IPS. Это немножко позже проверим. Фронтальная камера у нас всего лишь на 0,3 мегапикселя, очень слабенькая. Разрешение видео пишет у меня Antutu 720p, хотя я уже тестировал. И могу сказать, что разрешение Full HD-шное, записывает камера 5 мегапикселей. Касательно точек касания, здесь их 5. Шестое касание не определяется. И датчики, которые есть в смартфоне, через Z-Device Test. Давайте посмотрим. Здесь есть GPS, здесь есть
Wi-Fi, Bluetooth, акселерометр, гироскопа здесь нет, вспышка среднего уровня, датчики освещения, датчики приближения. И, кстати говоря, в интернете читал, что якобы от производителя заявлено, что есть OTG-функция, однако я тестировал и получил отрицательный результат, это OTG не поддерживается. Касательно прошивки, эта модель к нам поступила, ну, наверное, неделю назад уже, ну, чуть меньше недели, мы уже успели попродавать. Изначально не нашли, там была прошивка с завода, была с частичным русским языком. Изначально не нашли вот эту вот прошивку, вот этой вот версии. Я считаю, что она лучше, она более хорошо переведена, поэтому, клиенты, если вам нужно, заходите к нам в чат, мы вам покажем, где эту прошивку взять. Прошивается оно все в автоматическом режиме, поэтому обращайтесь, если нужно. Какой баг в той прошивке был? Во-первых, там был не идеальный перевод, хотя я не могу сказать, что прям здесь идеальный, но здесь гораздо лучше все переведено. Плюс я, когда начинал тестировать, почему же мы и начали искать более другие прошивки, после теста аккумулятора, то есть у меня заряжен смартфон на 100%, я его тестирую, он разряжается до 15, до 20, и начинает он почему-то глючить, вот знаете, как будто там оперативка заполнилась, как только я перезапускал смартфон, сразу же глюки пропадали. Вот на этой прошивке такого нет, поэтому имейте это в виду. В прошивке есть множество интересных датчиков, датчиков жестов, то есть там разблокировка смартфона в кармане, вне кармана, смарт-ответ. Ну, в общем, как бы очень интересные функции, с которыми можно поиграться. Касательно экрана, здесь экран IPS матрица, здесь 960x540, 5,5 дюймов дисплей, то есть такой же самый дисплей был и у A850 без плюса. Ничего особо не изменилось, качество картинки меня в принципе радует. Это самый дешевый 8-ядерный смартфон, который я держал в руках на процессоре MTK6592. Поэтому такой уровень экрана меня устраивает, я не вижу здесь ни пиксельной какой-то сетки, никакого дискомфорта не испытываю. Цветопередача хорошая, экран довольно-таки яркий. То есть нареканий за такие деньги я не знаю, нет нареканий. Единственное, что я всегда проверяю, вот по диагонали картинка немножко уходит в негатив и темная превращается в серое. Это у всех бюджетных матриц такой эффект проявляется, только у самых дорогих и самых крутых смартфонов такого эффекта не наблюдается. Касательно звучания смартфона, я тестирую, как всегда, все возможные динамики, микрофоны. Что касается во время разговора, то динамик микрофона отличный, очень громко, чисто, мне понравился звук. Что касается в наушниках звучание довольно-таки среднее. Не скажу, что очень плохое, но и не скажу, что очень хорошее. И касательно внешнего динамика, я думаю, на достойном уровне все сделано, довольно громкий он. Тут я сказать ничего плохого не могу. По производительности, давайте посмотрим, что такое 8-ядерный процессор MTK6592 и 960x540 разрешение. Я впервые держу такой смартфон в руках и впервые буду показывать вам, как запускаются современные игры на таком аппарате. В общем, с играми здесь никаких проблем нет. Хочу обратить ваше внимание на то, что я игры запускал одна за одной. То есть я запустил Asphalt 8 и San Andreas.
с 1 гигабайтом оперативной памяти. Пусть закидают меня камнями все приверженцы 2 гигов, но опять же без проблем с 1 гигом запустил я 2 самых таких требовательных и мощных игрушки, и все пошло на ура. Поэтому с 960 на 540 разрешением и 8-ядерным процессором у вас с играми не будет вообще никаких проблем. Даже за это можете и не думать, и не переживать. Давайте посмотрим тесты GPS. Я тестировал GPS, естественно. С GPS-ом тоже проблем нет. Ловит довольно-таки много спутников. Словил он у меня за 14 секунд. Это хороший результат. Теперь касательно аккумулятора. Здесь аккумулятор на 2500 мАч. Я напоминаю вам еще раз. Antutu Tester — это 636 баллов. Это классный действительно показатель для 8-ядерного смартфона на МТК. Далее я тестировал эту модель при воспроизведении игры. Вот у меня тут нет стандартного виджета батареи. Вот у меня 12.37, 100%, 13, 14, 15, 16. 3,5 часа он у меня разрядился в ноль. И далее тест у меня был воспроизведение видео. Опять же, 100%, 21.08, 22, 23, 24, 25... В общем, около 4-5 часов он у меня проработал до 15%, с максимальной яркостью, с включенным звуком. То есть это классные действительно показатели. Камера здесь у нас такая же, как и была раньше. 5 мегапикселей основная камера, очень средненькая, и 0,3 мегапикселя фронтальная. Я делал пару фотографий, в принципе, макросъемку он делает нормально. Еще сделаю вам пару фоток на природе, на улице. Вот эта фотка сделана со вспышкой в кромешной темноте. Вспышка на близлежащие объекты работает нормально. И подтверждение тому, что здесь разрешение видео записывает с камеры Full HD, вот. То есть Antutu, я не знаю, почему пишет 720p, для меня непонятно. Что ж, вот такой вот получился смартфон. Скажу сразу, что это очень популярная модель сейчас. Разгребают буквально каждый день, есть заказы на этот смартфон. Мне этот смартфон понравился, он стабильный, он хороший, дешевый, с хорошим процессором, то есть можно будет поиграть в игры, можно будет не бояться, что что-то где-то будет глючить. Более-менее подобрали мы стабильную прошивку. Единственное, что не получилось у меня установить, я впервые такое вижу, у меня не получилось установить YouTube. Вот я его пытаюсь установить, он включается, то есть устанавливается, начинает что-то там ставить, но потом вот такая вот ошибка, неизвестная ошибка при установке. Вот единственное, ну, как бы, если через браузер, через Chrome заходить, то тогда можно будет в YouTube что-то посмотреть. Вот такой вот баг в этой прошивке. Какие минусы я могу выделить в этом смартфоне? Минусы, конечно же, это экран 960 на 540, хотя бы хотелось бы HD. Однако, если сказать, что это просто старшая модель, просто переход к новому процессору от смартфона Lenovo A850 до Lenovo A850+, то минусов здесь практически нет никаких. То есть такая же камера, такой же экран, немножко выше цена, гораздо лучше процессор, установили лучший аккумулятор, и в целом все получилось очень достойно, и я однозначно буду советовать эту модель нашим клиентам. На этом все. Спасибо за внимание. Кому было интересно, ставим лайки, подписываемся на канал. Всего доброго вам!